лодка и в то же время поет птица. Это был звук собаки. Плещутся рыбки. Подкрепление, что это живое? Откликались шмелее. Твой слух — это такой шар вокруг тебя. Я слышала очень сильно многослойный. Когда пытаешься разобрать. Проходит человек. Пористость и нежность только этой птицы. И его можно было перепутать. Я, наверное, была муравьем.